Но, на мой взгляд, это абсолютно очевидное политическое убийство. И никто меня в ином не сможет убедить. А почему вы так думаете? Во-первых, понятно, что специальные службы, они по-прежнему достаточно профессиональны. И даже в советские времена прекрасно умели камуфлировать убийства, несчастные случаи, под самоубийство. В случае с Алешей, видимо, они хотели сделать что-то похожее на самоубийство, но у них это не получилось, потому что они сейчас уже говорят, что Алеша в каком-то приступе бился сначала головой об стеклянную дверцу шкафа, а потом об косяк двери. И так 13 раз. Да, и так, пока не умер.